Guys, my name is Николай. Всем привет, ребята, я Никита. И вы на канале Twins Wins. Сегодня вас ждут игры в большом бассейне и интересный челлендж. Погнали! Итак, мы начинаем. У нас сегодня будут 3 раунда на воде, по итогам которого мы определим победителя. Первый раунд у нас заключается в следующем. Значит, парни должны прыгнуть в бассейн, проплыть вот до этого фонтана, коснуться рукой и вернуться вот сюда назад. Кто первый касается бортика, обязательно коснуться фонтана и коснуться здесь. Кто первый касается бортика, тот победитель. Есть одно условие. Туда плывем брасом, обратно плывем вольным стилем. Парни, вы готовы? Да. Ну что, вперед, на старт. Внимание! Марш! Так, кто же? Опа, и назад, вот сейчас начнется самое интересное. Поэтому победа в этом раунде присуждается кому? Никите. Присуждается Никите. Я тебя поздравляю. Так, у нас закончился первый раунд. И победителем в первом раунде стал Никита. I'm winner. You're a winner. Сейчас мы переходим ко второму раунду. Парни заняли положение. Второй раунд мы будем также плыть, нужно также коснуться вот этого фонтана, но мы меняем стили плавания. Значит, туда плывем баттерфляем, только разойдитесь подальше, чтобы вы друг друга не касались. И обратно мы плывем на спине. Кто первый приплывает, тот победитель. Обязательно коснуться рукой. Готовы? Да. Ну что, вперед, на старт, внимание, марш! Николай. I'm winner! Мы провели 2 раунда и сейчас переходим к 3-му раунду. А впереди еще ждет приятный бонус. У нас будут интересные игры свободного стиля. Итак, переходим к 3-му раунду. 3-й раунд мы выбрали следующее соревнование. Ребята должны прыгнуть в бассейн и проплыть под водой. Кто дальше вынырнет, но ключевое под водой. Не на воде с опущенной головой, а под водой. Кто дальше вынырнет из бассейна, тот будет победитель. Я буду фиксировать расстояние. Ну что, вы готовы? Да. Дайте друг другу 5 и пожелайте удачи. Молодцы. На старт. Внимание. Марш! Николай. И вот он, Никита. Появился чемпион. В этом раунде выиграл кто? Никита. Никита. You are winner. Так, мы провели все 3 раунда. И по итогам 3 раундов счет 2-1. Выигрывает кто? Никита. Выигрывает. I win it. Выигрывает Никита. Но сейчас будет сюрприз. Сейчас будет некий реванш, и у нас будут свободные прыжки. Это
раунд дает 2 очка. Этот раунд сколько дает? 2 очка. 2 очка. Окей, Никита, ты услышал, что этот раунд дает 2 очка? Да. Если Коля выигрывает, то, соответственно, он выигрывает эту гонку. Окей, ну что, вперед, поехали? Погнали. Это был кто? Роналду. Роналду был? Вау, круто. Так, Колин, следующий прыжок. О, салах! Николай, кто это был? Салах. Салах, Мухаммед Салах. Колин любимый футболист, да, Коля? Я мой любимый Месси. Месси? Салаха тоже. Салаха тоже любишь, да? Так, ну что, едем дальше? Это был Месси, великий Лионель Месси. Ибрагимович. Круто. Абумиян. Абумиянка, Никита сделал целый переворот в воде. Сделал сальто в воде. Это был Абумиян. Кого же исполнит Николай сейчас? Я даже знаю, я узнала этот прыжок. Это Поль Погба. Поль Погба играет в какой команде? Ман Юнайтед. Ман Юнайтед. У Николая есть там, да, какие-то футбольные штуки Ман Юнайтед. Рюкзак был Ман Юнайтед, да, еще что-то. Ну что, ребята, обязательно пишите в комментариях, какие прыжки вам понравились больше. Кто был лучше, Коля или Никита? А я сейчас объявлю победителя. Победителем стал Николай. Мне понравилось, особенно пару его прыжков. Был прыжок сальто очень такой интересный. Вот мне понравилось так. Но если вы считаете, что Никита был лучше, и прыжки Никиты вам понравились больше, также пишите в комментариях. Первые, кто напишет 5 комментариев, я их лайкну. Окей. Мы будем очень рады видеть вас на вашем канале. Смотрите, дальше будет много новых интересных видео, новых интересных челленджей. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Вы были на канале Twins. See you later. Bye.